Всем привет! Кто меня регулярно смотрит, знает, что я обозреваю и проверяю различные мобильные приложения и игры с возможностью заработка, так как делаю видео только о заработке на телефоне. Раньше когда-то я обозревал схемы и способы заработка на компьютере, но в один момент решил перейти на заработок на телефоне, так как это доступно каждому и многим это интересно, так как телефон у всех всегда под рукой. И так получается, что игры с возможностью заработка я обозреваю чуть чаще, чем приложения. И вы сами мне пишите название этих игр в комментариях под моими видео. А все потому, что во время поиска способов заработка на телефоне многие ищут легких денег и натыкаются на игры с возможностью заработка. Ну а что, все же хотят ничего не делать, играть в игрушки и получать за это деньги, не так ли? Но с подобными играми нужно быть осторожными и сильно в них не заигрываться, так как не все они выплачивают заработанные деньги своим пользователям. А как определять подобные игры и в какие стоит играть, а в какие нет, я как раз и рассказываю на своем канале. Поэтому смотрите внимательно и до конца, чтобы понять, стоит ли играть в игру, которую я взял для обзора или нет. А также ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал и будем начинать. А перед тем, как мы продолжим, рекомендую вам подписаться на канал Секреты Мартына. Автор данного канала зарабатывает в интернете с 2017 года, и на своем канале он делится только своим личным опытом. В своих видео он показывает свои результаты заработка и рассказывает, как он зарабатывает в интернете как без вложений, так и с вложениями. Рассказывает он все просто и доступно, поэтому освоить эти способы заработка сможет каждый. И если вы давно хотели научиться зарабатывать деньги в интернете, то переходите на канал Секреты Мартына по ссылке в описании, смотрите его видео и подписывайтесь. Итак, называется игра Pusher Mania. Мне до этого уже как-то предлагали на обзор подобную игру, которой было схожее название, но суть игры та же. Но потом я забыл о ней, название игры не записал, и на этом все закончилось. Ну вот, на этой неделе мне уже в личку написал один из моих подписчиков и попросил сделать обзор на данную игру. И я согласился, так как игра мне показалась прикольной и красочной. Но платит она или нет и можно ли в ней дойти до минимальной суммы для выплаты, я расскажу как обычно во второй половине видео. Сначала мы рассмотрим основной ее функционал. Данную игру, кстати, вы могли встречать во время просмотра реклам в других приложениях или подобных играх с возможностью заработка. Итак, вот я зашел в игру и давайте начинать обзор. Основная наша задача здесь — это сбрасывать монеты на игровое поле, и эти новые монеты, которые мы сбрасываем, они будут вытеснять и скидывать монеты, которые были сброшены ранее и которые сейчас находятся на краю игрового поля, ну точнее игрового стола. Давайте я вам продемонстрирую, как это работает. Вот я нажимаю на экран, у меня падают монетки, и вот они вот так вот как раз и вытесняют вот эти монеты, которые... Вот, если попадает вот эту корзину слот с монетка, то прокручиваются вот эти слоты, и там выпадает еще какая-то награда в виде монет дополнительных, которые автоматически сбрасываются на вот этот игровой стол. И в этих слотах, кстати, могут выпасть как вот эти желтые монеты, так и зеленые долларовые. А может и вообще ничего не выпасть. Кстати, счетчик монет, который у меня сейчас есть, так сказать, в наличии, который я могу сбросить сюда на игровой стол, отображается здесь вот по центру. И сейчас у меня есть вот 35 монет, а внизу под этой цифрой отображается таймер, который показывает, через сколько секунд мне начислится еще одна монетка. Когда я только установил эту игру, у меня они восстанавливались каждые 2-3 секунды, по-моему, а сейчас уже каждые 10 секунд, то есть халява закончилась. Но когда у вас заканчиваются вот эти монеты, вы можете легко получить еще 40 штук. Вот у меня сейчас есть 6, давайте я их все сброшу. Вот я сбросил, и у меня появляется такое окно, в котором мы можем получить еще 40 штук монет, посмотрев рекламу, нажав на кнопку с надписью Free. И если я правильно понимаю, ограничений здесь никаких нет. Так можно делать столько раз за день, сколько вы захотите. Хотя, может, я ошибаюсь, и какой-то лимит здесь все-таки есть, просто я до него не доходил, так как не играл в нее часами напролет. Кстати, напишите в комментариях, играли ли вы в эту игру и удалось ли вам накопить здесь минимальную сумму для вывода, поделитесь своим опытом. Идем дальше, что здесь еще такого интересного есть? Вот у меня мигает копилка с деньгами, которая регулярно наполняется по ходу игры. Разбив ее, мы можем получить немного долларов на свой баланс, давайте это сейчас и сделаем. Но для этого нам нужно будет посмотреть рекламу, конечно же. Итак, реклама закончилась, я ее закрываю. Вот, и смотрим, что мне сейчас выпадет. Вот, ну всего лишь 20 центов.
Далее, справа напротив вот этой копилки, у вас будут здесь, в этой точке экрана, регулярно появляться различные бонусы и фишки для игры, которые будут облегчать вам ее и ускорять. Сейчас вот у меня уже вот сейчас закончится функция, это такие стены здесь появляются, и чтобы включить эту функцию, то есть эту фишку на какое-то время, чтобы с ней поиграть, нам нужно посмотреть рекламу. Вот она, кстати, у меня снова появилась, хотя я думал, сейчас будет что-то другое. И последнее, что мне здесь еще понравилось, это денежный режим, который включается, когда наполняется вот эта полоса сверху над слотами. У меня она как раз сейчас вот-вот наполнится, и давайте я вам продемонстрирую, как включается вот этот денежный режим. Для этого мне остается просто скинуть еще немного монет, чтобы у нас попадали некоторые, и как раз заполнится вот эта полоска сейчас. Вот еще давайте я сброшу, чтобы они вытеснили вот эти. Все, сейчас уже должно включиться. Вот, включился вот этот денежный режим, все такое зеленым мигает. Вот, и мне пишется, нажимайте на экран, чтобы получать вот эти зеленые монетки. Как видите, когда я уже нажимаю на экран, у меня появляются не только желтые, но большая часть зеленых, то есть долларовых вот этих монеток. Вот, ну и когда они заканчиваются, как я уже говорил, мы можем получить еще, посмотрев рекламу. Итак, закончилась реклама, я ее закрываю. Сейчас мне начислят еще вот 42 монетки, и я продолжаю их сбрасывать. Вот, пока у меня мигает вот этот зеленым и включен вот этот денежный режим, как я его назвал, то за это время я могу заработать чуть больше за счет того, что когда я нажимаю пальцем по экрану, на поле падают не желтые, а большая часть зеленых монет. Ну а выключается он тогда, когда доходит до конца вот это вот красно-зеленая полоска. Вот сейчас он уже выключится. Вот, и мне показывает, что за это время, пока был включен этот режим, я заработал 49 центов и 2500 монет, и я могу их удвоить, посмотрев рекламу. Но я сейчас не буду этого делать, просто закрою. Итак, ну и теперь показываю, как здесь обстоят дела с выводом средств, плюс обсудим, можно ли вывести отсюда вообще деньги или нет. Для просмотра способа вывода нажимаем на иконку с логотипом Amazon и с 10 тысячами долларов, там еще подписано. И смотрим, что нам здесь предлагают и обещают. Первый способ вывода — это конвертация, внимание, 5 миллионов монет на 2-долларовый купон от Amazon. Но большинство из нас на Amazon ничего не заказывает, поэтому это мало кому интересно. И то эти 5 миллионов монет, наверное, более 2 или 3 месяцев надо собирать. Если эти 100 тысяч монет, которые у меня сейчас есть на балансе, я набрал за 2 дня. Следующий способ вывода — это 100 долларов на PayPal. И как я уже говорил в своих предыдущих обзорах подобных игр и не устану это повторять, минимальная сумма на вывод в 100 долларов — это типичная лохотронская минималка на вывод в подобных играх. Если вы в игре видите минимальную сумму на вывод в 100, 200 или более долларов, как здесь, то это 100% лохотрон. Вот здесь еще пишется, что можно выиграть 777 долларов, это если на слотах выпадет определенная комбинация. Ну, это еще ладно, это просто для красоты сделали, 3 семерки. Но вот далее еще более бредовый выигрыш — это 10 тысяч долларов за сбор коллекции фруктов, которые могут выпасть вам из слотов. Ну да ладно, вернемся к 100 долларам. Но никто не будет вам столько платить просто за то, что вы поиграете в их игру месяц-полтора. Вы уже, наверное, видели у меня на канале обзор игр Happy Digging и Brain Master Training. Там вам платят по 500 рублей, и чтобы их там заработать, нужно кучу рекламы пересмотреть, и уходит на это недели 2-3 обычно. Поэтому о каких 100 долларах может идти речь за месяц-полтора? Это нужно просто десятки тысяч объявлений пересмотреть, то есть вот этих рекламных по 20-30 секунд, чтобы заработать столько. Но если не верите мне, то давайте зайдем на Play Market в отзывы об этой игре и почитаем самое последнее, что люди пишут о данной игре. Вот, опускаюсь вниз к отзывам. Вот оценки и отзывы. Сначала новые. Вот. Максимум, что вы можете набрать, это 90 долларов 53 цента. А для вывода нужно 100. За желтые монетки выплаты нет и не будет. Смотрим дальше. Вот, вау, класс. Вот еще один человек пишет 95 долларов 55 центов. И все. За такое количество рекламы можно отдать и 100 долларов. Ну, здесь я не соглашусь.
Вот, но как бы человек тоже написал, уже два человека написало, что доходит до $90 там с чем-то, и все, потом не могут дальше пройти. Вот, хорошая игра, но это или купленный отзыв, или просто человек только что установил и еще не понимает, что его ждет. Вот еще один человек пишет, что это лохотрон. Вот после 90, ну как я понимаю, долларов больше центы не падают и не выпадают, а про фрукты вообще молчу. 35 из 36 и все. Он даже не выпадает, хотя шанс стоит 12%. Вот. Одни рекламы. Играла месяц, почти 90 собрала и все на этом. Больше монет нет. Пустая трата времени. Ну и вот еще один отзыв для вас нашел. После $95 и 67 центов не выпадает ни одной зеленой монеты. Так о чем еще говорить? Вот лохотрон, лохотрон, люди пишут и так далее. Поэтому перед тем, как начинать играть в какую-то игру, всегда читайте отзывы и смотрите обзоры о ней на YouTube. В отзывах на Play Market, если видите, что человек 10-20 пишет примерно одно и то же, что, к примеру, до минималки для вывода нереально дойти, то это так и есть. Негативные отзывы обычно никто не покупает, их пишут реальные люди, которые попались на лохотронскую игру. Посидев и почитав минут 5-10 эти отзывы, вы сэкономите себе кучу времени, которое могли бы потратить на подобную игру. Спасибо вам, что досмотрели до конца, ставьте лайк за то, что я показываю вам всю правду о заработке, а также подписывайтесь на канал для новых подобных видео о заработке на телефоне. Пока!